Ребятушки, всем привет, всех приветствую на своем канале. Сегодня у нас на обзорчике вот такая вот компьютерная мышка, либо же в простонародье просто мышка. Значит, смотрите, USB 3.0, 2.0, Yelender. Представляете, Yelender, best, супер, просто, лучше не придумаешь, маус. Optical маус, оптическая. Короче, все супер, все маус. Вот так вот выглядит она со стороны. У нас данная мышка. Значит, видите, с этой стороны вот так она выглядит. Куплена она в магазине Аврора. Это данная мышка. Давайте, ребятки, распаковка. Алиоп. Брюки превращаются в элегантные шорты. Достаем мы, собственно, наше произведение искусства. Так. Смотрим мы, сколько стоило. 69 стоила данная мышка. Вот такой вот кабелечек. Кабелечек, сразу я вам должен сказать, такой тоненький. Хлипенький. Интересно, где делают данную мышку? А ну давайте, кто первый, ребятки? Так, строк британный импортер. Ну я думаю, что Китай, наверное, просто импортировал. Цяо, Тайка, ну короче, вы поняли. Все сделано в Китае, я думаю. Поехали. Гарантия, значит, по чеку 30 дней на данную мышку. Вот так она выглядит с этой стороны. Вот вы можете почитать данные, которые вам интересны. 5 получается вольт, 100 миллиампер. Данная мышь, собственно. Легкая, просто, я не знаю. Вот у меня вот такая вот, да, мышка. Классическая. Она намного тяжелее. Это просто, она ничего не весит. Вообще ничего. Я не знаю, просто как будто там кусок пластмассы, больше ничего нету. Нажатие такое, ну громкое, да? То есть тут понятно, тут тихое. Сравниваем. То есть, ну, громкая будет. Ну, я ее, ребятки, я брал эту мышку непосредственно для компьютера, так чтобы она просто служила не для игр, а для такого, знаете, монтажа, включить там какую-то в ютубчике, воспроизвести видео и так далее и тому подобное. В общем, я думаю, что с головой данной мышки хватит. Пишите в комментариях, была ли у вас такая мышка, сколько она прослужила. Честные отзывы пишите, для того, чтобы люди знали, стоит покупать данную мышку, либо же не стоит. Так, ребят, что хотел добавить по поводу этой мышки. Смотрите, ребят, что хотел добавить по поводу этой мышки. Вот монитор мы видим перед собой. И вот я навожу, хочу нажать на какой-то текст. Вот смотрите, мышка сама по себе бегает по компьютеру. Пробовал у соседа на компьютере, та же самая история, ребят, у друзей и знакомых. Смотрите, вот видите, да, то есть все видно четко. И вот мышка, вот она стоит одним кадром, вот она бегает, ребят. Вот так эта мышка бегает. О, смотрите, вот одним кадром, чтобы вы могли видеть. Вот мышка просто бегает сама по компьютеру. Просто так, вот куда ей хочется. Притом, когда живет своей жизнью, смотрите. Притом, когда ты ставишь коврик любой, бумаги, лист, все что угодно, все равно, ребят, ничего не меняется. Вот мы сейчас заходим на мой канал. Да. Паренек, что у тебя с лицом? И вот мы заходим там в видео, да, ребят. То же самое. Вот мы хотим где-то нажать там, например, переключиться, я не знаю, там, трансляции. Это очень тяжело сделать, потому что мышка сама по себе бегает. Понимаете? Главная страница, то есть попасть куда-то, вот громкость, например, громкость, я пытаюсь попасть, это очень тяжело. А если еще и громкость отрегулировать, это вообще, вот смотрите, я не могу попасть, перемотать там, о, вот как-то попал. В общем, это, ребятки, это что-то с чем-то. Вот я вам показываю одним кадром, вот мне надо громкость добавить чуть-чуть, да? Вот, а ну-ка, ролик. Ролик хоть работает, ролик хорошо работает. Пацанчика отвез, короче. Вот видите, то есть переключить там, мотнуть где-то четко, это нереально. Вот, кстати, смотрите мои видео на моем канале, как я
вез девочку, она рожала по дороге, беременная. Так что такие дела. Вот такие, ребят, дела. Мышка, в общем, не ахти. Бордюров понаставили, дорожку свежую проложили. Вот сначала я хочу включить видео. Я думаю, не подъедешь. Я стал там и стоит. Вот. Мы схватки случайно. Наблюдаем, вот мышку я поставил. Вот на видео сейчас я поставил. Смотрите, вот я ставлю и убираю руку. Она сама убегает. Все. Видите, сама бегает мышка. Руки там нет. Сало наелся, угольно разружился и пошел. Вот такая мышка. Ребятки, всем привет, всех приветствую на канальчике Таксикул. Мы на связи, как вы видите. Сегодня у нас вторник. Подписывайтесь, не забывайте на мой YouTube канал. Ребятушки, всем добра, бабла, позитивчика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки нам с Багирой. Пишите комментарии, подписывайтесь на Instagram, TikTok, Telegram, группу таксистов. Ну а кому нужна страховка? Страховка. Залетайте по ссылке в описании, мы с Багирой вас страхуем по промокоду TAXICUL21 вашу тачку. ОСАГО будет с 10% скидкой. Всех обнял до хруста. Пуко-пуко, до новых встреч.